Привет всем, с вами Камила, и это видео на креативный рукодельный конкурс от канала Купи Ребенку ТВ. Но сначала я бы хотела сказать, что этот зверек для спектра. И это... сплетня. Пока спектра держит сплетню в руках, я расскажу о ее анкете. Ну, вообще не очень хорошо это видно, но я вам... расскажу. Имя, конечно же, сплетня. Порода – это привидение. Необычно как-то. Особенность – умеет телепортироваться в любое место и оставаться невидимой. И тут немного написано от ее лица. Итак, что она нам говорит? Меня зовут Сплетня. Меня так назвала Спектр, потому что я очень люблю собирать сплетни. Потом я возвращаюсь к спектре и рассказываю ей, кто о ком и что говорит. Спектра, узнав все сплетни от меня, передает их другим. Так мы с ней распространяем сплетни. Что я люблю делать по выходным? Я люблю лежать на диване, пить теплое молоко, играть с мотком ниток. Но больше всего я люблю подслушивать и распространять сплетни. Теперь я расскажу о самой сплетне. Какие трудности были со сплетней, когда я ее вышивала? Но вообще, у меня трудностей не было, впрочем. Но все-таки было трудно завязывать нитки, когда надо было их завязывать после шитья. Ткань у нее узорчатая, то есть с узорами, в голубых тонах. Глазки у нее зеленые. Носик у нее темно-красный, тоже из ниток. А вот такой смешной ротик я нарисовала черной ручкой. Вот и все. Если вам понравилось мое видео, тогда не забудьте поставить палец вверх и подписаться на мой канал. Пока!